Леон Тафара, 9 лет, город Москва. Я с утра делаю всегда зарядку. Мне папа говорит, надо делать. Я держу планку 1 минуту, приседаю по 30 раз и отжимаюсь по 30. Ну, чтоб когда, например, иду в школу, чтоб не сонным быть. Я боюсь всяких монстров. Например, когда я ложусь спать, мне кажется, что под кроватью что-то будет, вылезет. Или я куда-то сейчас упаду. Мне нужно для счастья, ну, семья моя, не учиться, спать каждый день, высыпаться и радоваться. Если не артист, то баскетболист. Потому что мой любимый спорт – это баскетбол. Я люблю баскетбол, я смотрю баскетбол. Знаю многих баскетболистов. А потом я хотела стать тренером, слушаться родителей. Это мое главное правило по жизни.